чё, как там ваш Мордор? На этой неделе президент проводил тонкую настройку дипломатических каналов. Канал переключи. Скукотища. Как известно, начальнику достаточно одной таблетки для того, чтобы безошибочно определить, кого в Россию послали, а кого заслали. Засланный у тебя казачок. Все вы можете рассчитывать, уважаемые коллеги, на содействие российских властей. Этот придурок рассчитывал на то, что мы ему поможем. А также на благожелательное отношение со стороны российского бизнеса. Что такое бизнес? Это когда все обманывают друг друга и остаются довольны. Представляете, какой разрыв шаблона происходит у посла? Я его порву. Порвешь. А я думаю... С чем? Почему в этот день в Москве мороз бахнул? Ты что, бахнутый? А это, оказывается, предупредительный? Предупреждаю. Одна вертуха, и ты холодный. Позже на неделе по видеосвязи из Москвы Путин дал команду на спуск на воду атомного ледокола «Чукотка». Покупайте ласты и маски для подводного плавания. Пусть на Западе радуются, что пока начальник спускает на воду ледокол «Чукотка», а не «Аляска». Наивный чукотский юноша. Если прислушаться, кстати. Ну, а если как следует поднапрячься, смотивироваться? Можно ясно услышать, как под российскими атомными ледоколами трещат западные санкции. Чем население кормить, ума не приложу. И так не урожай, так ведь еще и санкции на нас наложили. В России филигранно умеют делать две вещи. Жрать, спать и срать. Вот это хочется, а ничего другого не хочется. Этот три. Ну и все остальное. А в остальном все отлично. Мир сейчас действительно очень прочный. А все почему? Потому что держится на титановых нервах нашего Владимира Владимировича Путина. Ваш вождь! Стекло! Мужики, нужен совет? Следи за метлой. Мужики сейчас на зоне баланду чавкают. Вот если твоя жена... Жена у тебя какая-то... Ей точно надо чувствовать себя за мной, как за каменной стеной. Бабский прихвостень. О том, как начальник в Кремле грамоты от послов принимал. Клинен царь! Значит, послушай ты, твою черный ублюдок, гади сюда все Иван свои Васильевич. Деньги, иначе достану свою базуку и вышибу тебе хрена владимирские мозги. Заканчивай свой спектакль. Это была международная пилорама. Когда это было? Две бутылки пива назад. А кто это был? Гад крысячий.